Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Если вы видите данное на экране, то мы начинаем хорошую, ничуть не хуже, как Sally Face игру под названием Friendball. Тоже психологическая, мрачненькая, интересненькая и грубая. Мы проверим настройки, чтобы все было с ними в порядке. Так. Надеюсь, игра троить не будет. Присаживайтесь поудобней. Ставьте лайки, чаечек, кофеечек, приглашайте друзей. А если вы смотрите ночью, а такие игры надо ночью смотреть, то... Ну, вы поняли. Все хорошо, я словно на небесах. Чё? Я вижу своих родителей. Они выглядят счастливыми. У них для меня подарок. Котик. Такой милый и красивый. Темный, как ночь. Блядь, я забыл, как его зовут. А, Полночь, точно. Мой лучший друг. Мой единственный друг. Мы ужинаем, я вижу тетю Грейс. Она мне очень нравится. Сегодня пятница, мои родители уезжают. Куда? Тетя Грейс заботится обо мне. Нам так весело. Сейчас вечер понедельника, я играю с мистером Полночь. Но мне почему-то тревожно. Странное существо за моим окном. Оно мне не нравится, оно меня пугает. Внезапно я что-то слышу. Это мама, она кричит. Я хочу узнать, что произошло. Из комнаты моих родителей горит яркий свет. Я подхожу ближе. И ближе. Мама, папа. Нет, пожалуйста. Мама, папа. А кто ж их распидорасил? Ебать. Кто ее забрал? Френд, пожалуйста, слушай мой голос. На счет три ты проснешься. Раз. Два. Три. Френ, как ты себя чувствуешь? Ладно. Так, подожди, а как выбрать? Думаю... Думаю, в порядке, только грустно видеть, грусть является нашей неотъемлемой частью. Так, я хочу найти убийцу. Я очень хочу узнать, кто убил моих родителей. Полиция работает над этим. Я найду своего кота и убийцу. Твой кот пропал, его невозможно вернуть.
А пока у меня есть кое-что для тебя, Фрэн. Что там? Видишь стол? Там небольшая посылка для тебя. Она от тети Грейс, возьми. Сумочка моей мамы. Открой ее, там внутри что-то есть. Так, изучать, объединять, использовать. Она беспокоится за тебя. Тетя Грейс, что ж, еще одна причина выпустить меня. Не беспокойся за нее, она в порядке. Так устала от всего. Я хочу свою комнату. Да, можешь идти, но сперва время принять новое лекарство. Какое лекарство? Лекарство называется дуотин, оно сделает тебя спокойным, сестра, мы готовы. А что нового, доктор Лирн? Вообще-то ничего, те же видения, что и прежде. Понятно. И держи, Фрэн, прими свое лекарство. Лекарство, хуярство, блять. У нас мало времени, Фрэн, прими таблетки сейчас же. Мне плохо. Только не это. Отнесите ее обратно в комнату. И, сестра, больше не давайте ей эти таблетки. Берегись, Фрэнбоу. Если ты покинешь дом безумия, тебе пиздец. Я найду тебя. Смерть ёбаная, поймаю. Распидораж. И верну обратно в безумие. Фрэн, проснись. Лекарство поможет тебе сбежать. Я буду ждать тебя в лесу. Котик, я люблю тебя. Глава первая. Мой здравый разум. Ну, посмотрим, дойдем ли мы до второй главы за стрим. А может и нет. Хуй его знает. Фрэн. И чё? Ты встанешь, блядь? Я все еще здесь, отвратительное место, я должна выбраться отсюда. Так и выбирайся. Кто тебе мешает? Так. Так, попробуем отстегнуть шторку. Что-то упало. Нет, меню нам не надо вернуться, я проверял. Башня обороны, ты попалась, сумасшедшая под именем Фрей. Ну, понятное дело, что твоя голова не пролезет. Да не надо мне возвращаться в меню. Так, подожди. Понятно, это то же самое действие, да? Да не надо возвращаться в меню. Так. А, можно этим действовать, да? Ну, неудобно, я скажу, с джойстика играть. Слишком резкое управление. Милая, приятная мелодия, ла-ла-ла. То же, что... Так.
от психиатрической больницы, да? Ладно, это не важно. А что нам дальше делать? А, крюк подобрать, точно. Удобный крюк. Изучить. На тройку нельзя, зашибись, что сказать. А ну реально, тройка сработает? Что, реально, нифига? Золотой крюк, который упал со шторы. Это мы уже поняли. Да не надо возвращаться в меню, подожди-ка. Так, а что дальше-то? Тут у нас медсестра, ее каталажка и то, что она сейчас скажет. Что она пишет, а что? С ней поговори. А, Фрэн, ну ты проснулась, хорошо. Сколько я спала? Возможно, 3 дня. Это из-за лекарства? Я сон из-за лекарства? Ну да, из-за него. Поэтому ты больше не будешь его принимать. Котик велел мне его принимать, ух, забыла кое-что. Видишь, от тебя одни неприятности, что там? Сломала штору. И случайно сломала штору. Ну и ну, случайно, нужно все исправить, следуй за мной. Идти же позади забрать. Так. А смотреть мы не можем, да? Нихуя ничего. Что, заебись, блядь. А нахрена мы ее отвлекали? Всего-то не хватает. Ты видела круг, на котором держала что? Нет, не видела. Нет, мисс, я ничего не видел. Что ж, мне придется чем-то его заменить, ты мелкая девчонка. Иди, чё. Так, заперто. Хорошая причина узнать, что внутри. Крест. Клоун. Я получу твой нос. Получу. Нос. Лошадочки. Так, опять. А, это у мальчика параноидальное поведение. Так, а там закрыто, да? О чем? Привет, Фил. Привет. Так, знаешь, где выход? Есть много способов выбраться. Но все заперто. Конечно, но кабинет — это ключ. Что ты имеешь в виду? Кабинет, о чем? Я видел, как доктор записывал секретный код. Секретный код, чтобы открыть желтую дверь? Он не хочет, чтобы я тебе говорил. Кто? Он. Все двери закрыты. Ты заложница моих игр. И никто не поможет тебе сбежать. Я тебя ненавижу, оставь меня в покое. Мама, папа, вы мне так нужны сейчас. Нет, я не позволю монстру мне помешать. Окей. А что дальше-то? О, кстати. Изучить. Чё там? Ключ. Безусловно, он что-то откроет. Так, ну он должен открыть, по-моему. Чё там? Заколка. А, ну изучить. Фотография родителей. Мистер Полночь. Моя дорогая семья. Окей. Так. Хорошо. А заколкой мы что можем открыть? Вопрос. Подожди.
Подожди, комбинировать? Нет. Мы же, по-моему, не сможем так открыть. Ну тут два отверстия, а что еще нужно? Вопрос. Так, пустая бутылка. Ни хера подобного, да? Со стола пачку пластырей. Пистолет. Все понятно. Пластыри. Изображение мозга. Познавательно, блять. Тяжелая травма. Психологического заболевания. Недоверие к окружающим. И неспособная чувствовать себя в безопасности, все понятно. Пациент почти все время спит, она просыпается только чтобы попить, но я не думаю, что она это помнит. Выпив воды, она снова засыпает, уже 3 дня она ни с кем не общалась. Несколько дней приходили и спрашивали о том, когда она пойдет с ними поиграть. Дуатин. Угу. Френбоу Даген Харт. Взломать код. Подожди, объединить с... Не работает? А с чем тогда объединять? Так, подожди. А если слово хайд, то это 89.45, что ли? Подожди-ка. 89. Ну да. Котик сказал, что они мне помогут. Погнали, чё, блядь. Иди осторожно. О-ха-ха-ха. Ну зашибись, чё. Так, кто-то кто это, блядь? Нихуя себе. Голова нужна? Голова надо! Прикол в натуре, блядь, вспомнил это. Да, когда очки надо, а это голова надо. Прям чуваки из группы Slipknot, ребят, в натуре. Заебись, чё. А чё там написано на листе? Кто это сделал? Куда делся клоун? Съёбался. Олень. Путь к счастью. Ты можешь видеть. Конечно, закрыто, ясно, понятно. О, ваша голова. Трешачок. Не хотел бы я такие таблетки, блять, выпить. В жизни. Немножечко бы. Охуел бы, блять. Подожди, объединить. Заебись.
Так, а вниз спуститься можно? Чё там? Нет, ни в коем случае вы не можете ей это рассказать. Но она должна знать, вы не можете скрывать ее от меня. Причина более чем ясна, Грейс. Нет, это не так, я хочу забрать ее домой сейчас же. Нельзя, ее психическое состояние еще не нормализовалось. Чё, блядь? Лисичка, блядь? Это было на самом деле, дорогая тетя Грейс? Интересно, что она хочет мне сказать? У доктора нет души. Сегодня вечером я иду домой. Так. О, ребятушки остались. Заебись, чё. Ребята, я вас фоткать хочу. Мона? Так. Довольно вы мне понравились. Так. А чё, долго таблетки употреблять нельзя? Её от этого контузит, что ли? По-моему, долго нельзя. Что-то прям расплывается это. Видение всего. Навстречу счастью, ну-ну. Так, а чё тут? Ага, тут девка рисует. По-моему, тема насчет пластырей будет, а ну-ка. Привет. Ты их видишь? Правда видишь? Кого вижу? А, сосед, который следует за каждым. Тени? Ты имеешь в виду тени? Ага, я их не вижу, но знаю, что они есть. Знаешь, что они такое? Да, наверное. Скажи мне, прошу. Ты любишь рисовать? Я обожаю. Я тоже обожаю. Ручка, Лучка. Я хочу найти ручку, я все время рисую. Так, подожди. Что рисуешь? Что ты рисуешь? Кое-что. Ну скажи, что? Что именно? Свои сны. Теперь уходи. Так, подожди, мы хотели взять у нее. Они мои, мои карандаши. Так, подожди. Можно взять зеленый карандаш? Нет, тогда я не смогу рисовать зеленым цветом. Это смешно. У тебя много других цветов. Да, цветов много, но знаешь, они не любят, когда я рисую. Кто? Медсёстры, они связывают меня. Я когда хочу рисовать, я не могу. Меня тоже иногда связывают больно. Когда я не могу рисовать, я делаю себе больно. И появляется классное молоко. Жесть. Пожалуйста, выйдите меня. Останови классное молоко. Так, посмотрю, что можно сделать. Я посмотрю, что можно сделать. Так. Мы даем им пластыри. Во. Она дает нам фломастер. О, спасибо, можно собрать карандаш. Теперь иди, мне можно рисовать. Так, окей. Там ничего. Настоящие цвета. Дверь. Трешачок. Ты можешь видеть. Подожди, а что там было, типа, насчет пациент стала жертвой сексуального насилия со стороны неизвестного лица и чуть не умерла. Происшествие породило слуховые галлюцинации и расстройство мышления. Доктор Марсель Дин сблизился с пациентом при помощи арт-терапии. Она делает успехи. С кем кто сблизился? Так. И чё? Трон. Король. Чё-то там.
Ладно. Блять. А вот ты где, ты должна быть в твоей комнате, дверь была. Но вы оставили ее открытой. Я уверена, что не оставляла, я знаю, почему ты закрыла ее. Тогда как я оттуда выбралась, она была открыта. А, не пытайся меня обмануть, иди в свою комнату и жди доктора. Так, и чё? Чё за... Ты сбежала из своей комнаты? Это нехорошо, Френ. Я голодна, сэр, я не ела несколько дней, я не стану слушать твое оправдание, юная леди. Дайте мне поесть. Ты должна научиться слушаться тех, кто здесь главный. Конечно, сэр, урок усвоен. Только не делай так больше, Френ, сходи поешь, а потом иди спать. Пидорас. Вот пиздец эти психиатрические, блядь, больницы. Ну, именно вот такие я имею в виду. Жесть. Так, ну здесь закрыто будет, это понятно. Так, ну этот хрен нас не пустит. Можно с ним поболтать. Сэр, там висит ключ, можно его мне? Конечно. Я могу дать тебе ключ, если ты меня поцелуешь. Вот подонок, поцелуй свою задницу. Ублюдок. Ты посмотри на него, а. Как мне его достать? Эй, на что ты смотришь? Ни на что, я думаю. Значит, ты умеешь думать, тогда подумай над этим, чтобы убраться отсюда. И я иду куда захочу, пидорас. Куда? К мамочке или к папочке? Уёбы! Да. Капец тут выходов, ходов. Ага. А этот, получается, смотрит всякую хрень. С листочками, да? Привет, что делаешь? Оно не работает, бумага не работает. Что ты имеешь в виду? Бумага должна работать, как они мне сказали. Но что делает бумага? Бумага покажет мне картинку в телеке. Ясно, но почему она не работает? Волны должны быть сильными, переключи канал, пожалуйста. Ну давай. Этот? Мы теряем волны, переключи канал. Этот, что ли, или какой? Да ёпарасоте, подожди. Этот? А-а-а, какой канал? Этот? Да ты гонишь. Двойка или тройка? Да достал. Тебе муравьи нужны или кто? Да ёб твою же мать. Вот этот, наверное, четвертый, да? Работает, это чудо, спасибо, бумаговизор работает. Отлично, можно посмотреть? Нет, это мое, если хочешь, возьми бумагу, которая не работает. Спасибо, думаю, я смогу ее использовать. Я занят, проверка бумаговизора в действии. Так, отлично. Мы забрали бумагу. Для того, чтобы рисовать. Так. Вот оно чё. Скрой свою боль. Весело. Прямо басратушки, я бы сказал. Нет, они все испортили.
чтоб знать кто. Так. Ух ты мать, сколько тут этих. Так, булочку взяли. Это кто, блядь? Привет, ты новенький, я не видел тебя раньше. Нет. Ты с нижнего этажа? Ага, не думай, что мне уже лучше. Как тебя зовут? Ты можешь меня убить, пожалуйста. Конечно, пах, ты мертв. Спасибо, я не могу сейчас говорить, я мертв. Гениально. Так, подожди. Шоколад, вкусный. Приемник, сигнал странный какой-то. Привет. Привет, Френ, как ты? Вижу мертвых животных, мисс. Ты имеешь в виду в телевизоре? Нет, настоящих, забудьте. Очень хорошо, Френ, иди поиграй с друзьями. Так, я знаю, что тут что-то с охранником с молоком надо связывать. Этот скажет по поводу своей трости. Так. Не трогай мой меч. Я не знала, что он твой. Ты должна склониться и говорить четче, я король. Я склоняюсь перед вами, сэр. Очень хорошо, дитя, какова цель твоего визита? Мне нужна трость. Какая трость? Ты имеешь в виду мой меч? Блять, да. Да, ваше высочество, ваш меч. Что я получу взамен? Все, что пожелаете, сэр. Принеси мне замок и коня, только тогда дарую я тебе меча. Вот. Так, нам нужно объединить бумагу с рисунком. Мы нарисовали ему рисунок для короля. Так, подожди. Окей, держи. У меня, спасибо. Это прекрасно, именно об этом я и мечтал. Можешь взять мой меч, он твой. Отлично, так. Дверь всегда закрыта. Так никого же нету. Хотя тени смотрят. Ха. Мертвая медсестра. А что там на улице? Ага. Жутко. Это кто? Я посмеюсь над тобой. Гениально. Ветер грусти. Так, может еще раз? Я сказал ключ за поцелуй, что скажешь, а? Так, подожди, ему булочку дать. Он... В смысле не сработает? Подожди, а? А чё мне делать? Так, подожди, по-моему, мы ещё кое-что забыли забрать. С прошлого этого раза. Вот в какую комнату заходить, я уже, блядь, забыл. С халата. С какого, блядь, халата? И не с этого. Подожди, а может быть с этого? Мисс медсестра.
Нифига. Вот же дерьмо. Ты кто, блядь? Что это было? Папы не было рядом, маме было плевать. Котик, нихера себе. Ты мой любимый друг, бип-бип, тро-ро. Офигеть. Так, кстати, самое удивительное, что дверь открыта во время перехода. Нифига себе. Четко прям. Мисс. Доберись до ключа. И свиная голова, гениально. Так, подожди, а что в этой комнате происходит? А, мы тут были. А, до этого халата, все. Резинку нужно объединить с... Подожди, с... Так, а чем же нам... посыпать шоколад, горький кофе. Немного лимонада. Девчонка? Правильно, я же сказала, иди займись своими делами, я занята. А, точно, с девчонкой надо поговорить. Привет, Энни, как дела? Ты меня не боишься? Зачем бояться? Потому что я умею делать волшебные трюки и могу тебя усыпить. Не знала, что ты умеешь. Покажи мне волшебный трюк. Показать? Но это очень страшно, лучше сделай сама. Не могу, я не волшебник. Я могу дать тебе волшебную вещь. Правда? Ух ты! Ну давай. Да, волшебная вещь, которая усыпит кого угодно. Это удивительно, мощно и грандиозно. Держи это подарок, забирай аккуратно. Так. Ладно, как это работает? Понятия не имею. Гениально. Так. Девка ушла. Ладно, мы объединяем тогда с булочкой. Теперь попробуем дать охраннику. Но охранник наш пошлет нафиг. Но мы все равно попробуем ему дать булочку. Я принесла вам булочку. Я не хочу никаких проблем. Я не настроен принимать от тебя что-то. Сделайте свою жизнь слаще. Мне плевать, насколько сладкая будет моя жизнь, уходи. Так вы не хотите? Нет, оставь меня в покое, сучка. Так, вызову скорую. Так, а это... А чё, я спуститься только под действием таблеток могу? Подожди. А почему... Стоп. Стоп, подожди, это может в эту дверь? Я сказала Марселю о последней доставке, но он еще не смотрел. Что ж, посмотрите завтра, он уже ушел домой, Глэдис, можешь сделать одолжение? Конечно, что угодно, кроме как отнести охраннику гребаный кофе. Почему нет? Пожалуйста, мне нужно смотреть за детьми. У меня другие дела, извините. Кофе.
все. Это кофе горячий, извините, пальчики. Так, по-моему, надо облить сейчас на него кофе, он пойдет что-то там. Что-то там, короче, да? Трость. Чашка кофе. Ну чё, мудак? Сейчас тебе будет пипец. Вот ваш горячий-прегорячий кофе, сэр. Мудак. Смотри, что ты наделала, безумная стерва-сирота. Ты сделала это нарочно? Теперь надо переодеться, адский жжёт. Никуда не уходи, маленькая сука. А хуй тебе. Хо-хо-хо-хо. Ублюдок. Так, подожди, удлинение. Берем, используем трость. Так, подожди, а от какого кабинета? Это от этого кабинета, чтобы свалить? Крутяк. Так, подожди. Инструкцию? Подожди, инструкцию. И чё? Серьезно? Это кабинет директора? Желтая пишущая машинка и всякая хуятень, да? Ключ. Нифига себе поворот. Так. Текс, выходим. Так, подожди, а нам от этой двери или от какой? Подожди, этот ключ не подходит. А от чего этот ключ? В смысле? Подожди, если этот ключ... Стоп, стоп, подожди. Может, имелось в виду этот, что ли, двор? Но это мои, конечно, подозрения. Подожди-ка. Да в смысле? А какой ключ? Чё за хрень? От какой двери ключ? Чё-то я ни хрена не втыкаю. От чего мы взяли ключ? Нет. Не, ну зашибись просто. Чё, типа издеваетесь, что ли? Надо мной. Нифига себе поворот. А подожди, может, типа пацанам показать? Подожди. Ладно, подожди. Ты смогла найти код доктора? И чё? А, подожди, мы, наверное, не смогли что-то активировать.
Что-то я не так сделал. Короче. 100%. Может это? Подожди. Может имеется в виду здесь за писом? Ну, естественно. Так. Код и наконец-то, да? Фил. Забытая девочка без семьи и кота умрет, когда взойдет луна. Что ты имеешь в виду? Говнюк. Фил, пожалуйста, выпусти меня. О, нам открыли дверь, спасибо, мужики. Вентиляция, возможно, это путь к свободе. Интересно, Фил знает об этом? Хер его знает, о чем знает Фил. Эта крыса сильно ударилась, нужно дать ей шлем. Угу, типа того. Шлем, шлем, шлем. Я просто продолжу идти. И ебанешься слегка, да? А-а-а. Опа-на. Боже, где я? Думаю, мне придется это выяснить. Ништяк. Короче, на этом месте демка заканчивалась. Вот. А у нас полная версия. Вот. А как я это сделал, можете писать мне в личку в Стиме или в ВК. Так. Чё, серьезно, поднимаемся по лестнице? Ну да, походу ничего интересного тут у нас нет. Так, а каким ключом? Подожди. Гениально. Если ты будешь бороться, ты узнаешь, что это был я. Я буду в каждом уголке заставлять тебя плакать и страдать. Если ты посмеешь ослушаться, твой кот будет обречен. Чё, всё? Мой дорогой котик, мы скоро снова будем вместе. I promise you. Я скучаю по тебе, моя дорогая, я так по тебе скучаю. Почему ты уходишь? Прошу, не оставляй меня, мистер Полночь. О, клёвый момент. Не этот именно вообще. В конце лабиринта, Френ. Чё за флешбэк? Я снова потеряла сознание. Интересно, реально ли мои сны? Монстр не отпустит меня домой, но если найти лабиринт, возможно, я смогу отыскать мистера Полночь. Угу. Чё? Надержатель... Чё? Не понял, подожди. Коробки, ложь. Ох, сколько этих черепов-то. В какой коробке, я не пойму. В этом месте можно действительно потерять голову. Чё это за... Чё? Операционная? Заебись, операционная, блядь. Так, стоп, я не был к этому готов. Подожди. Да.
Да, я отвела новенького наверх. Нет, я его не видела. Ключ от подвала? А в кабинете доктора раньше он держал ключ там. Успокойтесь, ключа здесь нет. Конечно, я дам знать, если он найдется, но вы должны успокоиться. Да, я принесу его вам, если найду его. Пока. Так, подожди, держатель. А можно так сделать? И как ее, блядь, отвлечь? В конце лабиринта. А, я понял. Короче, получается, через таблетки. Вот, надеюсь, медсестра увидит ключ. Мы можем сделать действия, те, которые в реале нельзя сделать. Нифига себе, а ну-ка. О, ключ все-таки был здесь, нужно отнести его назад. Так, хорошо. Пиздуй. Так. Панель сигнализации? А ну-ка, подожди. Панель сигнализации... Так, 29-32 комбинация. 29-32. Да, я самая лучшая. Так, подожди. А куда валить-то? Опа-на! Вот это прикол! Ух ты ж! Подожди. Движемся. Засранка, я заставлю тебя за это ответить. Чё за... В смысле? Ты умная девочка, думаешь, что можешь просто уйти? Ёбаный в рот. Что? Не может быть, нет. Что за... Мне нужно добраться до лабиринта. И все? А, за котом следовать, круто. Сюда, Рилли. Чё за... В смысле? Блять, откуда я знаю, как? Вот это поворот. Так, подожди. А если я скопирую? А как увеличить изображение? Блять! Подожди. А, нихера не вижу, блять. А где она появляется-то? Какая-то лужайка, блядь. Верхняя часть лабиринта. И чё, блядь, и тут еще эти говнюки ходят, блядь, что ли? Вы серьезно? Нет, не съебаться там, блядь. Воу-воу-воу-воу.
Мне кажется, вот этот говнюк, что ходит, он не дает. По-любому туда надо, где этот говнюк походит. Почему? Ну, потому что это логично, блядь. Так, подожди. Ой, блядь. Подожди-ка. Куда ты попиздила? Блядь. О-о-о-о-о. Сука! Блядь, ты серьезно? Блядь, кот. Я все прекрасно понимаю, что ты там охуенный, но, блядь. Чувак, ты слишком быстрый, блядь. Нихуя себе. Блядь! Да в смысле? Ну чё за... Это вообще трэш, серьезно. Я все, конечно, прекрасно понимаю, что то там кот... Вообще топчик, конечно, но, блядь. Кот. Все это, конечно, логично. Охуенно непривычно. Но это сложно. Даже для меня. Блядь, быстрей. Заебись, блядь. А как мне мимо призрака пройти? Оно же это. А я могу этой стороной проебашить? Теоретически. Блядь, быстрей, съебуйся! Воу. Подожди. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, подожди, в смысле не сюда? Ну, тот, скорее всего, туперы. Так, подожди, если тут туперы, значит, надо пиздовать, наверное, в правый угол. У меня такие подозрения, блядь. Подожди, вверх. Мы пройдем, нет? Оу. Оу, подожди. А куда этот пиздует потом? Блять. Прячься здесь. Ты серьезно? Он же сейчас запалит. Нет, не запалит. Сюда. В конце лабиринта ты найдешь злобных тварей, мимо них не пройдешь. Смеясь за тобой, они будут гнаться. Но все же тебе их не стоит бояться. Бля, прикольно звучит. Ведь кот полный гаек и болтов. Путь указать тебе готов. Прикольно, прям рифму. Фотку она, короче, проебала, да? Фотку. Глава вторая. Часть «Признаки любопытства». Угу. Боже мой, еще бы чуть-чуть и... Только бы охранники не нашли трубу. Ну да. Так. Что это за место? Надеюсь, я скоро найду мистера Полночь. Блин, ну я не знаю, в принципе, можно было бы эту серию короткой сделать, в принципе. Хм. Почему бы, конечно, бы нет? Потому что, наверное, вторая глава длинная. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрю. Ну,
Глава вторая, часть вторая, раздвоение личности, да? Вот как. Блин, я даже не знаю, а что за мусор исследовать. Нет лапы. Кое-что смешное. А что ты планируешь там найти? Объясни мне, пожалуйста, в красных туфельках. Маленькую дверь? Вот это что? Подожди, маленькую дверь, в смысле, где? Правее фортепиано? Вот эту! Окей. Так, подожди, а тут мир как меняется в этой системе? Призраки. Опа-на! Проклятое любопытство. Мне нравится любопытствовать. В смысле, подожди. В любом случае. Почему вы не отдаете мне ключ? Это верный вопрос, но почему было бы неуместно? У меня нет времени, мне нужен ключ. Это ключ не наш, и уж точно не твой. Отдайте его, я хочу узнать, какую дверь... Нам все равно, мы тебя не знаем. Я человек, я Френ. Интересно, расскажи еще. У меня есть код, точнее был, он пропал, и я должна его найти. Правда? Так, подожди. Да, правда, прошу, отдайте мне ключ. Слушай, мы прибыли с юга, как всегда летели. Одному из нас стал любопытен этот ключ, и мы здесь застряли. Мы не можем освободиться из-за своих длинных волос. Так, могу я вам помочь? Вы тоже любопытны, я могу вам помочь? Мы часто застреваем, но у нас есть то, что нам поможет. Красивый гребень, чтобы расчесывать наши волосы. Дайте мне гребень, и я все исправлю. Есть проблема, гадкий вор забрал гребень, теперь мы застряли тут навсегда. Если ты найдешь вора и гребень, ты получишь ключ. Ну как он выглядит? Этот гадкий самовлюбленный крыс, он забрал наш гребень. Мы не смогли ничего сделать, и он убежал. Пожалуйста, найди его и освободи нас. Я постараюсь. Мы будем здесь ждать. Так, окей. Сова и топор, да? Так, ну топор можно взять, это мы поняли. Я буду воином и спасителем вещей. Колодец. Да, вопрос, как ты его откроешь. Ага, колодца нету, да? Это сова. Интересно. Девки пляшут. Так. Вы действительно большой муравей? Кто там? Так, подожди. Простите, вы настоящий? Ты всегда спрашиваешь одно и то же? Всегда? Всегда? Что вы подразумеваете под всегда? Конечно, я настоящий. Откуда ты взялась?
Я сбежала из фиг больницы, но прошу не говорить, не скажу, не бойся, что ты здесь делаешь? Со мной произошли плохие вещи, сэр, сейчас я ищу своего кота. Кот, говоришь? Да, сэр, черный кот, с большими желтыми глазами, мистер Полночь. Понятно, мне жаль, девочка. Вы не видели его? И, видимо, кота съели, проживали и проглотили. Съели? О чем вы? Черный кот, который пробегал в спешке, я поймал его и отдал своему жука-свину. Мой жука-свин голоден, бедняжка не ел сутками. Время черники прошло, мы все ее съели. Прекратите, мистер Полночь, единственный, кто у меня остался. Пожалуйста, скажите, что вы шутите. Девочка, не плачь, если хочешь, я могу тебе спеть. Что мне теперь делать? Вы не знаете, каково быть одному. Знаю, я последний выживший. Позволь мне помочь тебе. А, подожди. Как вы можете помочь? Знаешь, пища не переваривается, возможно, он все еще жив. А, вызвать рвоту? Что мне сделать, чтобы вызвать рвоту у жука-свина? Убей жука-свина, он мой единственный друг, но мне нужно его мясо. Так. А, вот, все-таки убить вашего друга я могу, да. И я величайший Антонио буду есть мясо. Охренеть. Съесть друга, чтобы мясо съесть. Так, подожди. Бьем. Так что ли? Ага, вот и перо. Подбираем. Подожди. Перо, которое потеряло. Так, стоп. Справа от колодца читать указатель. Сооруди вход. А как? Ага. А чё, типа топором его попытаться захерачить? Подожди, а ну-ка. И чё? А, подожди. Он теперь постоянно, получается, будет убегать, да? Так, тогда надо поговорить с этим, Антонио. Свинья не стоит на месте. Похоже, что крики не помогут. Подожди. Может, стоит попробовать что-то более хитрое? В смысле хитрое? Подожди, а в каком доме? Вопрос. А, стоп, подожди, а можно оторвать? Подожди. Дерево. Подожди, я же говорил с муравьем. Селение стоит на месте. Но я в курсе, подожди. Ну. Я тебе что, каждый раз так делать, что ли? Бля, я запутался реально.
Ты съел моего кота. Подожди, он что, блядь, спит, что ли? Щекочу. Великая угроза, опасность велика. Сэр, проснитесь, мне нравится, что его хотят убить. Понимаю, но это совершенно нормально, разве нет? Да, но что мне тогда делать? Ему нужно дать особые ягоды. В лесу нет ягод. И не должен тебе говорить, но у меня есть нужные связи. Они живут в моем доме, у них есть черника. Мой дом в том направлении, будь осторожна. Спасибо, сэр. В каком направлении? Подожди, в этом, что ли? Ну да. Вот и хата. Так. Ну что, пробуем открыть дверь? Дом муравья. Ну? Ну, ручку заело. Так, топором попробую открыть. Ты издеваешься? А чем тогда? Крошечные грибы? Так, подожди. Ну, бьем топором по двери. Ну, теперь я смогу войти. Так, а мы можем комбинировать вот это и комбинировать... А, ручка не будет держаться, понятно. Так, заходим тогда внутрь. Что это, краску что ли подбирать? Помыть кисточку. Это у нас суперклей. А, подожди. Суперклей скомбинировать с ручкой, а ручку скомбинировать с дверью. Отлично, так. По какой скамейке? Это что такое? Муравьи? Так, подожди, кусок мяса бери. Подожди-ка. Одно только? Хорошо. Так, стоп. А куда применить можно кусок мяса? Вопрос. Подожди. Может, имеется в виду положить. Так, а что у нас там? Подожди, понятно, что она открыта. Так, и какая-то визитка. Окей. И все? Он мертв, боец с жуками. Так, а что там, не понял, маленький дом? Шишки. Нифига себе прикол. Так. Так, на пол в центре комнаты устанавливаем крысоловку, а потом по ребенку шишки и сразу быстро нажимаем на чернику. Так, подожди. В смысле?
А, мы взяли, да? О нет, они закрыли дверь. Но зато мы их поймали. И то хорошо. Отдаем насекомому ягоду черники. Окей, погнали. Чё за... Это чё за дичь? Привет. Пока. Призрак. Кусающий бока. Так. Ну давай. Ну чё ты жрёшь, чувак? Расти. Чё за... Что? Ты не мой кот. Меня спасли от страданий, мисс. Рада за тебя, но я надеялась найти другого. Полагаю, вы разочарованы, кого вы ищете. Кот своего любимого кота. Мисс, понимаете, я не очень люблю котов. Черный с большими пытался поймать меня. Правда, ты часто попадаешь в беду, но может быть это был мой кот Хо, моя леди. Если это так, тогда он будет в беде. Почему? Что произошло? Я могу показать, следуйте за мной. Окей. И чё? Так. Кто забрал его, мисс? Они просто исчезли. Боже мой, ты можешь рассказать конкретней? Жаль, но не могу. Казалось, будто земля их проглотила. Если я еще могу чем-то помочь, дайте знать, я буду поблизости. Так, подожди. Подожди, мы гребень взяли или нет? Подожди, а где гребень тогда брать? Так, подожди, а это что? Текст почти исчез. Это понятно, а... Снова заводим разговор с крысой? Серьезно? А ну-ка, подожди. Ну? Это ты украла гребень? Гребень для волос? Блестящий и красивый. Отдай его мне сейчас же. Хорошо, но сначала вы причешете мою шерстку. Да, могу причесать. Ага. Спасибо, моя леди, вы очень добры. Так, окей. Я так понимаю, что нам надо забрать ключ. Так, пробуем тогда причесать их, что ли? Вот ваш прекрасный гребень, господа. Ага. По имени Фрэнки сделала это. Ключ откроет нужную дверь, теперь мы полетим на юг. Заебись, чё. Чудесно.
Прощайте, господа, приятного путешествия. А мы заберем... Чего? А нет. Ключ мы забрали. Не закрываем банки? Какие банки? А! Все, я понял. Так. Собственная дверь заперта. Тьфу. Сработало. Ура. Так, подожди. Сработало-то сработало. А, ну не все получается. Да? Какая забавная маленькая дверь. Интересно, куда она меня приведет? Мистер Полночь? Чё за... Глава 2, часть 2. Раздвоение личности. О, где я? А, что это, шляпа? Мистер Полночь, ох нет, твоя голова, котик. Секунду, это не мой котик, какая странная шляпа. Мне нужно найти своего кота, он где-то здесь. Так. Ну, в принципе, прикольно, тут можно сделать скрин. По факту. Вот. И, наверное, с этого момента начнем уже в следующий раз. Вот. В принципе. Да, игрушка довольно интересная, но, наверное, тоже, короче, короткая. Вот. А всем, в принципе, спасибо за внимание, дорогие друзья. С вами был Казуко Фэмили. Мы играем в интересные игрушки, показываем вам. Вот. А с вас только лайки, приглашайте новых зрителей, оставайтесь подписчиками. Ну а всем всего хорошего, с вами был Казуко Фэмили, всем всего хорошего и всем пока-пока.